наше внимание привлекло то, что первым биографом русского старца стал именно греческий митрополит. В то время как из России мы в основном слышим какие-то невнятные обвинения в прелести, в неправославности. И прежде всего возникает вопрос, может, митрополит не разобрался, кто он вообще такой, какое отношение вообще греческие митрополиты имеют к нашим старцам. Отец Ипполит, он сам оказался как бы таким вот не в тренде в церковном. Кто он такой? Что это за человек вообще? Как это вот он жил, ничего не ел? И, конечно, это не может не вызвать недоумения и большого сожаления. А что же вот Россия? Что же она так совершенно упустила нечто очень важное?